знаешь, кому обратиться. Кому обратиться? Кому? Кто у нас какие меры принимает? А последний раз у вас когда такая авария была? Не помню, тоже зимой как-то. Зимой. Тоже так же было. Ну, просто, если да? Это уж мы горячую воду когда, а холодную вода тоже прорывы. Теплоузел у нас течет, никто за ним не смотрит, он никому не относится. Дом никому. Это Орша была у нас, это как она, это управляющая компания. Мы платили деньги, за что я платил, не знаю. Они ничего здесь вообще не делали, вообще ничего. Потом отказались от нас в декабре. В феврале присылают бумагу, это, как они это, ну это развод, понятно, что это, этот, ихний, присылает бумагу, оплатите за 2 месяца, не только вам санкции там и перечисляет, это, ну как будто мы лохи, какие ты санкции можешь ко мне, если ты там это опишут, имущество, ты что, судебная инстанция какая, что ли? Ну понятно, ну это у нас, говорю, беспредел полный. Да. И ничего тут не нет. Кому обратиться-то? Не знаешь, к кому обратиться. Вот этот дом, он уже аварийный 100 раз. Вот лаги несущие, вот они. Провода там вообще, он подъезды зеленые. Вот сейчас сгорит там дети. Ну это вот я еще сейчас открыл, а там это, у некоторых там он и окна не открывается. Может. Дети дышат они. Я сам-то первый это здесь умыли, ошибись. Влажность большая, да и это. Простыни с окна открыты.